12-й международный эколого-этнический фестиваль театров кукол «Чирчаян» стартовал. Открылся традиционным шествием по Абаканским улицам. Под бурные овации артисты прошли по проспекту Ленина. Затем по Карла Маркса к театру «Кукол-сказка». Он на ремонте. Тем не менее, на импровизированной сцене на крыше состоялось традиционное фееричное выступление актеров. Каждый коллектив представил и визитку своего спектакля. В этот раз постановок будет несколько десятков. Пройдут в формате «На траве» в городах и селах Хакасии. А значит, посмотреть их смогут неограниченное число зрителей. Театров-участников 12-го «Чирчаяна» 15. Они приехали из разных российских городов, в том числе Донецка, также Ирана, Таджикистана, Белоруссии, Италии и Сербии. Без участия мощных промышленных партнеров и предприятий Республики Хакасия с 1 по 12 фестиваль он просто был бы невозможен. Он просто был бы невозможен, потому что на каждый фестиваль у нас прилетают от 15 до 20 труп. Прилет наших гостей, это поддержка разреза Майорыкских, очень серьезная поддержка финансовая для того, чтобы мы могли это сделать. Без этой финансовой поддержки мы не могли бы найти эти деньги.